6 лет назад побеждал Тиму Болл Малинин. Первая его была победа на открытом чемпионате Китая. После этого... Хорош! Сильное повращение. Второе сильное повращение. С бельгийцем. Ну, они китайцы. Ну, понятно. Молодец. Начал опять. Опять сильное вращение. Посмотри. В такой маленький промежуток времени столько технических и тактических изменений. Опять великолепно, великолепно. Вот проскальзывает все время. Он, а даже иногда такое ощущение, что он обижается, что кто-то сопротивляется. Отлично, 5-0. Но не растерял. Приходят немножко другие мячи, и он не перестал справляться с ними. Опять же. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично. Переиграл в короткой. А ушел. Видно, он думал, что уже у него мяч выскочил и надо на прием. И здорово. Опять топ-спин со стола. Не добить, нет. Не доиграть. По мячу я имею в виду. Да, доиграть. Да. Вот у нас очень часто мы добиваем. А то надо каждый мяч разыгрывать. Строго разыгрывать каждый опять мяч. Опять так вальяжно стал. У стола Малин сейчас. Опять мяч уходит от него. Очень великолепно. Чуть-чуть уходит от игрока. Великолепно, просто великолепно. Вот эти новые решения. А теперь я думаю, что следующее очко, если выиграет китаец, надо обязательно брать перерыв. Если выиграет. Вот, да, все правильно, все правильно, все правильно, все правильно. Ну, я думаю, что в голове у него сработало. Выбрали стабильность. Топ-спина. Ну, да, я думаю, с верхним вращением будет. Точно. С верхним вращением подачи. Два направления. Два направления. Или будет боковое вращение, или нижнее. Боковое. Ну, интересных комбинаций. Все будет зиждеться на первом, на одном-двух ходах. Не более, да. Выскочило. Может, он не улыбается. Потому что раньше времени освободиться. Хотя нет, не освободиться. Придется еще за третье место играть. За третье место играет Малин. Вот так вот Тима Болл совершил вторую сенсацию на этом Кубке мира, обыграв и Малиня. Ну давайте нас уважать не будем, Димулечки, не будем.